вижу ваши сердечки. Мне очень приятно. Здравствуйте. Намасте. Рада вас приветствовать. Только что завершилась йога. Я в этом самом южном состоянии. Йога – это слово, которое означает единение в переводе с древнего санскрита, с архаичного санскрита. Это слово означает упряжь, единение, единство, связь. Йога – это есть связь ума, души, тела, духа. Йога – это философия, которая позволяет нам с вами оставаться счастливыми, несмотря ни на что происходящее в жизни. Благодаря йоге мы с вами обретаем цель, осознаем себя, ощущаем себя и живем более качественной жизнью. Сейчас у нас с вами медитация. Медитация сотворения мира. Я очень рада, что вы присоединяетесь. Буду рада вашим комментариям, вашим вопросам. Меня зовут Виктория Тодорова. Медитация будет наполнена энергиями волшебного острова Бали, где я сейчас нахожусь. За моей спиной находится огонь, величайший вулкан балийский. И энергия этого острова – гармония и красота, которая разлита в каждом участке Земли, которая взращивается жителями этого прекрасного острова. Эта энергия будет наполнять ваши сердца, если вы к этому готовы. План нашей встречи сегодня следующий. Эта медитация останется в записи. Поэтому, если время сейчас не очень комфортное, все хорошо, вы найдете на моей страничке и буду рада, если поделитесь. Эта медитация называется «Крест Будды пришла к нам из Тибета». Мне она была передана 12 лет назад моим учителем, которого зовут Галцин Лама. Мой учитель получил посвящение от Верховного реинкарнационного ламы Гималаев в Непале, в монастыре Тьенбоче. Я очень счастлива иметь таких учителей, которые меня поддерживают, даже если вы сейчас не рядом, я чувствую поддержку. Ну что ж, эта медитация является созданием обережного круга. Вы почувствуете ту энергию гармонии, которая будет наполнять ваше сердце и пробуждаться внутри вас. То есть каждый из нас является основой этой гармонии, если мы, конечно же, позволяем эту гармонию раскрывать внутри себя. Эта медитация основана на пробуждении сердца, сердечного центра. Мы будем с вами присутствовать в своем сердце, ощущать, находиться в своем сердце. И далее эту энергию, которая будет наполнять ваше сердце, мы будем делиться ею и наполнять пространство вокруг нас. Эта обережная медитация креста Будды является прекрасным способом гармонизации себя и пространства вокруг себя. Мир начинается с себя. Вы довольно быстро уловите смысл слова, которые будете повторять за мной. И правильное выполнение медитации заключается в следующем. Вам необходимо или лучше повернуться сейчас лицом в ту сторону, где находится солнышко. Вот оно находится прямо передо мной, солнышко. Я лицом к нему. Располагайтесь таким образом, сидя на стульчике, то есть разверните ваш стул. Спина должна быть прямая. Ощутите, как ягодицы соприкасаются со стулом. Можете закрыть глаза уже или прикрыть глаза, взгляд направлен вниз. Если у вас открыты глаза, то расфокусируйте взгляд так, чтобы вы могли одновременно видеть и ощущать пространство.
кончик носа или в область ножки. Сейчас приведите внимание к своему сердцу и услышите сердце биение. Ощущайте сердцебиение и сейчас почувствуйте, как расширяется только пространство животика. Грудная клетка расслаблена и неподвижна. Сейчас по желанию вы можете спеть мантру ОМ вместе со мной. Ладошки вместе в области груди. Делаем вдох. Присутствие. И сейчас повторяйте слова за мной. Можно удерживать ладони в области груди, можете расслабиться. Направляем любовь, гармонию, равновесие всем существам, которые впереди. Мысленно представляем вектор внимания, направляем его вперед в бесконечность и проговариваем. Да будут все существа мирны. Да будут все существа блаженны. Да будут все существа спокойны. Да будут все существа мирны. Да будут все существа спокойны. Да будут все существа блаженны. Да будут все существа мирны. Да будут все существа спокойны. Да будут все существа блаженны. Внимание в сердце, прислушайтесь к сердцебиению. Закрытыми глазами ощутите присутствие в данном моменте. И сейчас направляем внимание в правую сторону и проговариваем, посылая свое состояние всем существам, которые находятся справа. Да будут все существа мирны, да будут все существа спокойны, да будут все существа блаженны, да будут все существа мирны, да будут все существа спокойны, да будут все существа блаженны, да будут все существа мирны, да будут все существа спокойны. Да будут все существа блаженны. Внимание в сердце. Прислушайтесь к сердцебиению. Отправляем в состояние спокойствия всем существам, кто находится за спиной. Делаем вдох. Да будут все существа мирны. Да будут все существа спокойны. Да будут все существа блаженны. Да будут все существа мирны, да будут все существа спокойны, да будут все существа блаженны, да будут все существа мирны, да будут все существа спокойны, да будут все существа блаженны. Ощутите дыхание,
гармонию, которая наполняет ваше сердце. Сейчас внимание переводим в левую сторону и мысленно проговариваем. Да будут все существа мирны, да будут все существа спокойны, да будут все существа блаженны. Да будут все существа мирны, да будут все существа спокойны, да будут все существа блаженны. Да будут все существа мирны, да будут все существа спокойны, да будут все существа блаженны. Внимание сердца. Ощутите этот момент присутствия, момент сейчас. И сейчас внимание направляем всем существам, находящимся внизу бесконечности. Да будут все существа мирные, да будут все существа спокойные, все существа блаженны, да будут все существа мирные, да будут все существа спокойны, да будут все существа блаженны, да будут все существа мирные, да будут все существа спокойны, да будут все существа блаженны, да будут все существа мирные, да будут все существа спокойны, да будут все существа. Внимание в сердце, ощутите биение, танец своего сердца. И сейчас внимание вверх, бесконечность, к самому Творцу устремляем свое внимание и проговариваем, да будут все существа мирные. Да будут все существа спокойны, да будут все существа блаженны, да будут все существа мирны, да будут все существа спокойны, да будут все существа блаженны, да будут все существа мирны, да будут все существа спокойны, да будут все существа блаженны. Ощутите этот момент сейчас, момент присутствия. И сейчас в завершении практики споем мантру ОМ. Делаем вдох. Еще несколько секунд паузы. Вы можете опустить руки, оставайтесь закрытыми глазами. Ощутите этот момент, момент сейчас. Ощутите присутствие. Присутствие в данном месте, в данной стране, в данном городе. Просто осознайте это. И поблагодарите судьбу за возможность дышать, за возможность делать вдох и наполняться воздухом, за возможность делать выдох. Поблагодарите судьбу за то, что у вас есть крыша над головой. За то, что вы можете пить чистую воду. За то, что у нас есть глаза, руки. Мы ощущаем свое тело, ощущаем мир. Просто осознайте, что вы есть самый счастливый человек на Земле. В данный момент, в данное время, это так и есть.
можете оставаться с закрытыми глазами под звуки этой музыки. Эта короткая медитация является волшебной, является практикой, которая гармонизирует вас изнутри. Мой учитель Галцин Лама однажды сказал: мир идеален. Мы пришли в этот мир для того, чтобы совершенствоваться с его помощью, не для того, чтобы его изменить. Эти слова меня, конечно, заставили задуматься. Поразмышляйте над этими словами. Мир идеален. И если я вижу его несовершенство, то, скорее всего, мое видение нецелостно. Что-то в этом есть. Данную медитацию очень благоприятно начинать день с этой медитации, посылая состояние гармонии, состояние любви на все четыре стороны, в прямом смысле, вперед, по направлению к солнышку, направо, сзади, налево. Обязательно направляем энергию вниз и благодарность вверх. Таким образом создается обережный шар, сфера. Это есть обережное пространство, это есть сила женщины-берегини, потому что каждая женщина является берегиней своего дома и своей семьи. Желательно эту практику также делать и вечером, особенно если вы переживаете состояние раздрайва. Особенно если ваши близкие, ваши детки или члены вашей семьи, или же конфликт произошел какой-либо, вы можете уединиться и ощутить это присутствие божественного в себе, эту точку равновесия. Для того, чтобы ее почувствовать, нужно закрыть глаза и нужно подышать сердцем. И, конечно же, состояние гармонии, состояние равновесия его очень хорошо почувствовать во время занятий йогой. Я вас приглашаю на йогу. Во время этих практик мы регулярно, во время йоги, регулярно делаем самые разные медитации на раскрытие своей красоты, своих способностей, для того, чтобы встать на свой путь предназначения. Буду рада сейчас вашим комментариям, у кого получилось с самого начала до конца пройти эту медитацию короткую. Напишите, пожалуйста, отзывы или можете задать вопросы. А я еще разочек скажу для тех, кто сейчас присоединился. Эта медитация называется «Крест Будды» или же известна еще как «Ладование пространства». Эту практику я выполняю уже более 12 лет, особенно в самые периоды, ну скажем, неспокойные периоды. Если сейчас вы присутствуете, вы ощущаете, что что-то идет не так, вы ощущаете страх, ощущаете, ну, самое-самое-самое неприятное, что может быть и в глобальном масштабе, и в состоянии вашей жизни, то, пожалуйста, делайте эту практику, которая пришла к нам из Тибета. Ее мне передал мой учитель. Я эту практику особенно практиковала и даже делилась ей в марте 2020 года. В то время, когда весь мир был в страхе, в огромном страхе, вы помните, 2 года назад, какое было состояние практически у всех. Состояние неизвестности, состояние того, что Земля уходит из-под ног и что может все. В общем, такое было. Состояние практически у всех людей. И в это время я находилась в Индии. Тоже неизвестность большая, как вы можете догадаться, мы все прошли свои уроки. И вот эта вот медитация «Крест Будды» я выполняла 2 раза, утром и вечером. Мы ее делали во время занятий йогой, в женских кругах, онлайн-занятиях. Я ее проводила и провожу с 2020 года, на самом деле даже раньше намного.
И благодаря этим практикам все те, кто был, присутствовал на занятиях, на вебинарах, с кем мы общались, мои ученицы с Европы, в основном это тогда была Европа, сейчас у меня уже девушки со всего мира, то мы прошли очень гармонично это время. Так что если вдруг сейчас в какой-то момент вы ощущаете раздрай, или же если вы хотите внести свою лепту в создание мира на Земле, а сейчас нам это очень необходимо, давайте делать эту практику утром и вечером. Я считаю, что не обязательно отговариваться о времени, договариваться там, какие-то чаты создавать. Давайте это делать просто утром. И эта медитация на самом деле занимает намного меньше времени. Вы можете проговаривать не обязательно 3 раза на каждую сторону. Вы можете, как мы это делаем во время йоги, вы можете одновременно ощутить главное присутствие, ощутить вот это состояние в сердце, его вызвать, прочувствовать состояние присутствия наибольшего. Нам это дает дыхание в том числе. И можете со словами распространять это состояние сразу же на все стороны, то есть шаром, сферой. Таким образом, вокруг вас, где бы вы ни находились, создается бережное пространство. Эту практику я использую в своих путешествиях, потому что во время передвижений новые места, новая энергетика, это места силы, это неизвестные энергии местности. Для того, чтобы гармонично все проходило, для того, чтобы я была спокойна и у меня было все хорошо, и у каждого человека в моей группе тоже все было хорошо, мы выполняем эту практику во время путешествий. И таким образом все складывается как нужно. Самым волшебным образом все происходит как нужно. Открываются двери, открываются врата. Поэтому, дорогие мои, если вдруг у вас сейчас нет денег, что-то еще нет, вот чего-то опять нет, делайте эту практику и дарите. До того, как что-то взять, надо отдать. Отдавайте, что у вас есть. У вас есть улыбка, отдавайте ее на все стороны. У вас есть благодарность. Дарите ее на все стороны. Отдавайте, что еще вы можете отдать. Я почитаю сейчас ваши комментарии, очень благодарю. И как раз хотела узнать, а буддистская ли это медитация. Я вообще считаю, что эта медитация не принадлежит кому-то конкретному, просто она известна как крест Будды. Это, можно сказать, молитва, мы знаем, ангел-хранитель впереди, ангел-хранитель сзади. То есть, в принципе, это одно и то же. Да? То есть мы представляем состояние света или благости, скажем так, и окружаем этим состоянием благости вокруг себя. На самом деле мы себя гармонизируем, не мир вокруг, себя. И таким образом мир любит нас. Если я люблю и влюблена в мир, то мир влюблен в меня. Очень сильно, очень сейчас важно. Инна, вы это ощущаете, да. Инна с Украины. Угу. Благодарю, ты делаешь единое из хаоса. Мы все с вами будем делать, давайте будем это делать. И самое главное, что не нужно думать, что кто-то это сделает за нас. На самом деле мы сами должны это все делать. Ага, Анна пишет, мы тоже с учителем моим такую практику совершаем. Практика это известно, да. Хочу еще раз ее пройти, осознать сначала. Обязательно будет запись, будет, я ее сохраню, делитесь. Этой медитации, потому что сейчас происходит? Земля стремительно растет, меняется, звук Земли меняется. Все вокруг звучит, в прямом смысле, звучит. Есть низкий звук, это басы, есть высокий звук, это да, и все меняется, и земля идет вот от этого, она меняется, звук другой, она меняет свою частоту, свое сияние, свое излучение, ну, вибрации, да, будем говорить. Мне ближе говорить русские слова, не вибрация, а излучение земли меняется, она становится светлее, прозрачнее, легче. Поэтому в такой момент, конечно же, есть сила, которая
стремиться удержать как можно больше кого? Людей, потому что мы с вами создаем, мы бактерии, полезные бактерии для Земли. Мы есть те существа, которые творят, которые проводят вот эту энергию. То есть, ну, почему мы с вами, скажем, восстанавливаем кишечную флору? Мы употребляем бактерии, которые гармоничны и созидательны с нами, с организмом. А есть вирусы разрушающие. Поэтому если выбирайте, кем вы хотите быть, там, творящей бактерией, созидающей, поддерживающей организм или вирусом. Поэтому, конечно же, выбор за нами. Так что практикуйте эту медитацию, запись будет. В историях я еще выложу YouTube. Медитация она у меня есть в YouTube, на YouTube-канале. В историях я сейчас попрошу мою помощницу, она выложит, будет ссылочка. И в YouTube подписывайтесь, у меня там тоже много чего интересного. Благодарю, слушая аж до мурашек, я очень-очень благодарна. Нужная медитация. Да, друзья, пожалуйста, медитация мира. В следующий раз мы с вами встретимся. Я вам точно не могу сказать, есть еще интересные медитации. Поэтому подписывайтесь для того, чтобы получать либо уведомления, либо сразу я буду в прямом эфире, потому что это медитации потоковые, они основаны на передаче энергии. И я думаю, вы ощущаете, да? Ну, кто-то ощущает, кто-то не ощущает, мы все с вами разные. Благодарю вас и всех вам благ. Пока-пока и рада, что мы все с вами вместе в едином пространстве сделали такую практику. Пока-пока.